Здравствуйте, уважаемые игроки в Калибр. В кадре мы с Андреем, а значит, что в Калибре большие изменения. Мы это делаем каждый год, поэтому, собственно, и называем это бета. Каждый раз в начале года мы вам предлагаем какие-то новые варианты, иногда кардинальные. Весь год наблюдаем за тем, как вы это играете, рассказываете нам, что вам понравилось, а что не понравилось. И к концу года традиционно мы стараемся внести изменения. В этот раз мы были даже более смелые, чем обычно. Изменения касаются очень многих аспектов игры. Рассказывать мы о них будем несколько недель довольно подробно. А сейчас, ну, давайте три главных изменений. Первое. Мы полностью переработали внутриигровую экономику и сделали ее более предсказуемой для игроков. Второе. Изменена система прокачки и система навыков. А прокачка теперь для каждого оперативника будет нелинейной. И третье. Огромные изменения по материалам. Короче говоря, вы, скорее всего, никогда их больше не увидите. Прощайте. Материалы... Счастливо, зрители, следите за постами.